Он приедет. Друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в Украину. Друг Винника также считает, что певец однозначно рано или поздно вернется в Украину, ведь его тут многое держит. Конечно, он приедет в Украину, у него здесь и студия, и здесь есть какое-то имущество, могила родителей его, есть родственники здесь, поэтому, конечно, он приедет, добавил музыкант. Также он заверил, что у артиста нет онкологических заболеваний. У мужчин ближе к 50 начинают всплывать последствия их жизни, как они жили, сколько недосыпали, сколько недоедали, сколько концертов, в день работали, с ковида все началось, причем еще до войны он уехал в Германию лечиться, еще до войны, и так он там и остался, потому что оно дало второе и третье осложнение, к сожалению, но люди выживают, минус, сказал он.